Я, как мама двоих детей, знаю, сколько вопросов и проблем возникает у молодой мамы. Во-первых, каждой маме хочется выделить для себя хоть немножечко свободного времени. Во-вторых, во время того, когда родителей нет рядом, маме очень важно знать, что ребенок в полной безопасности, что он здоров, весел, сыт и счастлив. Кроме того, маме важно, чтобы ребенок не просто играл, но и развивался. Именно поэтому пришла идея создать дошкольную академию. Ребята сюда идут с огромным удовольствием, потому что деятельность детей грамотно спланирована, а занятия проходят в игровой форме. Ежедневно с ребятами занимаются 4 профильных педагога, которые проводят комплексные занятия по развитию речи, математики, ознакомлению с окружающим миром, музыкальные занятия, английский язык, творческие занятия и физкультуру. Уважаемые родители, позвольте себе свободное время, а мы позаботимся о качественном развитии и безопасности ваших детей. Ждем вас в будни с 8 до часа.